Журнал «Showman Show Woman's» Юлия Гроза. Конкурс «Миссис Санкт-Петербург 2018». Не знаю, как вам, но мне хочется кричать от того, что здесь происходило. Это было волшебно. И рядом со мной победительница конкурса Евгения Мягких. Евгения, что вы чувствуете сейчас? Ну, на самом деле, сейчас мне сложно передавать эмоции, потому что идет какой-то шквал их. Но это бесконечная, наверное, радость, бесконечная гордость, что я смогу представлять этот город на дальнейшем на конкурсах красоты среди мам. Это бесконечная благодарность нашим организаторам за то, что мы сегодня организовали такой праздник не только для нас, но и для зрителей. Счастье, одним словом. Ну, правда, да, что тут скажешь. Но у вас не только главный приз, у вас еще и другие награды, да? Да. У меня на самом деле главный приз я получила и уже все забыла. Королевский выбор, то есть королевы прошлых годов, посовещавшись, тоже выбрали меня в качестве победительницы. И также топ-модел Санкт-Петербурга я получила звание. И от нашего спонсора «Я плюс я». А кто вас сегодня поддерживал и кто прежде всего будет вами гордиться? Конечно же, мой дорогой супруг. Это вообще моя самая главная опора и надежда была в этом конкурсе. Бесконечная поддержка от него во всех планах. Самое главное — это то, что он разрешил, он меня наоборот стимулировал, участвовал и выдержал, да, всю эту бесконечную подготовку. Поэтому большая ему благодарность. Ну и моим друзьям, моим близким, моим родным, которые мне с детишками помогали, которые болели, также переживали, и все это время, как они говорят, знали, что ты лучшая. Сегодня было много красавиц, но все-таки получила корону самая достойная. Мы желаем вам удачи, Евгения. Огромное спасибо.